Столичные полицейские задержали 43-летнего Каната Садова. Мужчина, напомню, был объявлен в международный розыск за совершение особо тяжкого преступления. В мае около одной из столичных школ он облил бензином и поджег свою бывшую супругу, после чего скрылся. Светлана Садова от ожогов скончалась в больнице. У женщины остались 4 детей, 3 из них несовершеннолетние. Преступника задержали в пригороде Астаны. Он скрывался у родственников по улице Кабанбай-Батыра от Целиноградского района. При задержании сопротивления он не оказывал. По имеющей оперативной информации, Канат Садов скрывался у своих родственников в загородном доме. При проведении комплекса оперативных разыскных мероприятий Канат Садов был задержан в загородном доме в погребе специального оборудованного помещения.